Всем большой привет! Сегодня готовлю самое вкусное и приятное лакомство для лета – натуральное домашнее мороженое. Любят мороженое все, а вот готовить его умеют многие, поэтому смотрите рецепт и готовьте вместе со мной. Для начала холодные сливки выливаю в миску и хорошо их взбиваю на средней скорости. Все граммовки будут под видео в описании, поэтому можно будет увидеть количество. На самом деле для этого мороженого нужны только 3 ингредиента. После того, как взбили сливки, добавляем сгущенное молоко и ванильный сахар. Вы можете добавить любые подсластители, можно добавить обычный сахар или тростниковый сахар коричневый. И после этого хорошо взбиваем еще пару минут, чтобы ввести эти продукты в сливки. После того, как все взбили, в миску, в которой будем замораживать мороженое, выливаем смесь и отправляем в холодильник пока на 1 час. Итак, час прошел, мороженое немножко подмерзло. Обязательно его перемешиваем ложкой прямо хорошо, чтобы не образовывались льдинки. Это нужно будет сделать обязательно. После того, как перемешали все мороженое, уложили его обратно, оставляем еще на 3-4 часа в морозилке, и мороженое можно кушать.